ребятушки, всем привет! С вами Сэш, и сегодня у нас рубрика «Эксперименты». Поехали! А цель этого эксперимента – посмотреть, что же будет, если фирменный телефон Nokia опустить в жидкость. Для этого эксперимента нам потребуется сам телефон Nokia, в нашем случае это N73, и жидкость. Этот телефон я купил лет 6 назад. Служил он мне верой и правдой. Ну, в последнее время я начал глючить. И я решил поэкспериментировать с моим телефоном. Он полностью цел, в принципе. То есть звонки, там, MP3 плеер работает. Ну вот, долгожданное погружение фирменного телефона Nokia в жидкость. Для эпичности видео я включу музыку тематическую. I'll be back. Он работает, ребята, ребятушки, он работает, смотрите. Сейчас попробую дозвониться на этот телефон. Так, есть связь у нас, нет? Звонит любимая жена. Соответственно, полностью телефон работает. А как это произошло, кто знает. А секрет этого эксперимента заключается в том, что жидкость – это растительное масло. Как известно, у растительного масла электропроводность, токопроводность примерно равна нулю. Поэтому короткого замыкания в телефоне не произошло. Так что легенду очень сложно убить. Но мы постараемся.